Приветствую вас, друзья мои. С вами опять Садриддин. И очередной раз я собираюсь писать акварельную картину «Пейзаж с маками». Месяц май – это рассвет маков, поэтому эта картина очень кстати. Я вот решил написать предгорье на рассвете с маковым полем. И вот здесь на переднем плане будут большие такие крупные маки, уходящие вдаль. Там поле под гору и восходящее солнце будет вот в этом месте. Как видите, я уже наброски сделал. Теперь буду наносить краски. Краска у меня, как всегда, компании Daniel Smith. Здесь у меня в наборе на дорожной палитре все такие необходимые краски Daniel Smith, поэтому я чаще пользуюсь этой палитрой, потому что она мне более удобна. Хотя пишу на большой бумаге размером 16 на 22 инч. Но я думаю, буду справляться. Буду писать мокрым по сухому. Эта техника меня устраивает. Чем там мокрый по мокрому. Ну, мокрый по мокрому я еще не освоил полностью. И мне не нравится, когда бумага коробится. Но я постараюсь осторожненько мокрым по сухому написать эту картину. Оставайтесь со мной, а я продолжаю.
мои. Считаю картину законченной. Теперь пришло время снять скотч и предоставить вам на ваш суд. Ну вот, как вам? Работа закончена. Если какие-то и появятся недоделки через определенное время, когда взгляд уже остынет, со свежим взглядом я посмотрю. Возможно, кое-где придется подправить, а так, в принципе, работа закончена. Прошу вас, пишите в комментариях, как вам мои алые маки. Если нравится, пишите, что нравится. Если что-то не так, подскажите. Я буду только благодарен вам за это. На этом все. Пока. До свидания, друзья мои. Всего хорошего. До следующих встреч. До свидания.